Go tell and Rody.
Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня мы будем снова проходить Life of Strange True Colors. Постараюсь сегодня пройти его до конца. Прямо, ну не знаю, прямо совсем до конца. Да и вроде бы все. Больше и сказать-то особо и нечего, но... Эх, блин. Я вот думаю, знаете... Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Вот секундочку. Сейчас, секундочку. Давайте-ка вот так, что ли, сделаем. Да, думаю, нормально. В общем, мы остановились на том, что... Ай, блин, сейчас. В принципе. Что мы разоблачили, что Тайфом поступали звонки. Что они сохраняли все эти звонки на телефоне, и там был какой-то рей, который они взорвали в шахте. В принципе, на этом все. Кстати, возможно, у меня сейчас... Секунду. Возможно, придется перезапустить игру. Да, придется перезапускать игру. Это мой косяк, я опять забыл, после дублирования монитора, что там FPS бы... Ой... графика будет второго монитора, и FPS будет сильно уменьшен, скажем так. Сейчас придется немного его вернуть. Надо не забывать про это. А, ну, сейчас он сам вернулся, уже отлично. Сейчас все должно быть нормально, красиво, замечательно. Так, ну, поехали. Что, в общем, Тайфом был звонок, они его скрывали. Скрывают зачем-то, затем, что там был в шахте какая-то Рея. И, скорее всего, в четвертой части мы сейчас будем... It's all on this USB drive. All the evidence you need to nail Typhon for Gabe's death and plenty more. All right. Bring it with you. I'll meet you in an hour. Thanks. Talk soon. Скорее всего... Citizens of Haven Springs, we are live at the Spring Festival. One final reminder to head over to the Lathe flower cart and grab a rose before they're gone. At Haven's inaugural Spring Festival, eligible women of good stock and birthing age would offer up roses in order to attract a mate. What can I say? History is weird. Thankfully, we've lost the mating stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. And an even better way to say, hey, look, a rose. Sounds fun. Is giving away a rose something I'd do? Maybe. I can decide downstairs. В общем-то, скорее всего, в этой For части now, мы будем узнавать, I'll что grab the USB и кто-то stick. Или кто такая Рэя, которую хотели так сильно взорвать. Блин, вот каждый раз, когда я снова начинаю играть, кажется, что сенс немного медленный. Но это, наверное, мое такое тупо ощущение. Так что, ладно. Давайте так уже. Так, нам пришло сообщение на телефоне. Давайте все прочитаем с самого начала. Вот это, да, последнее было. Майк Лола. Когда шел на праздник, услышал какой-то грохот со стороны Серебряного Дракона. Вы там как, живы? Все в порядке. Ну ладно. Guess the festival started a while ago. Праздник весны начался. Вначале вас ждут ежегодный конкурс чили, затем живая музыка, конкурс дрожжей, розыгрыш призов, а также еда, напитки и праздничный костер. Начнем весну, как полагается. Супер, наконец-то. Чили, пиво и дрожжи. Что еще нужно для отличного праздника? Ну, как минимум дрожжи не нужно. Спасибо всем участникам очередного потрясающего конкурса чили. Во рту до сих пор палит. Отличное чили, Майк. Дашь рецепт для фонаря? Размечтался. Как же я объелся. Steph did a really great job putting all that together. Огромное спасибо всем, кто помогал провести игру. Думаю, нам удалось развеселить Титана. Да и я сама отлично провела время. Было просто супер, согласен, надо будет повторить. Блестящая работа, Стефани. Так вот, что это было. Вы все еще забанены. Радиостанция КРЦТ. Уважаемые слушатели Heaven Springs, мы ведем прямой репортаж с праздника весны. Заглядывайте в наш фургон парки, покупайте лотерейные билеты. Кто знает, вдруг приз достанется именно вам. Круто, класс. И не уходите далеко от главной сцены. Мы приготовили для вас кое-что особенное. Подмигивает. Ух, черт, чё, будет концерт.
Это я понял, кого заставит играть. Ну да ладно. Итан. Алекс, привет, это Итан. Прости меня, пожалуйста, игра была просто потрясающая, правда, ты офигенная. Тебе не за что извиняться, мне было так же весело, как и тебе. Повеселись с отцом как следует и береги себя. Хорошо тебе повеселиться на празднике, жалко, что я не с тобой. Но зато я тут вовсю тружусь над следующим Тейнером. Класс, о чем будет следующий выпуск? Никаких спойлеров. Там Тейнер находит врата подземный мир и сражается с королем демонов. С ума сойти, какой толстый спойлер. Это только первая страница, лол. It's very tempting to curl up with this all night instead of leaving my apartment. Эта игра, Тед, про нее мы уже читали. I'm thinking this will make an excellent afterfest. I think I'll stick with Minesweeper from now on. Happy Spring Festival, Gabe. I remember trying to pregame as a teenager and just going to sleep instead. What? Looks like the festival is already in full swing. I'm pretty... Я думаю, мы сейчас еще раз сможем разгрести вещи Гейба. Yeah, this one ornament will really bring my tree to... Ah, string lights. The key to unlocking the Cozy Places subreddit. What are the chances your instruction manual is in here? Я нахуй забил. For now, I'll grab the USB stick. Флешку мы возьмем попозже. I've been meaning to tell Jed about the sink. But I'm afraid he'll try to teach me how to fix it myself. I'm about ready to start my own list. Ну, это мы читали на прошлом стриме. Флешку мы пока не трогаем. Will you be my date to the festival, Shushu? Переодеваемся, соответственно. Что у нас тут есть? Отврат. Не, ну это куда лучше я. The world really doesn't deserve Thaynor. Алекс, не переживай за меня. Мне всегда становится лучше после дальних поездок. С папой. И мы многое запланировали на это лето. Он говорит, что мы сможем пойти в поход и сделать ультра-смоур. Смоуры с мороженым сверху. Честно, не знаю, что это такое. Секретный фамильный рецепт. Ролевка была потрясающая. Из тебя вышел очень хороший бар. И я надеюсь, что скоро мы сможем это повторить. У тебя уже есть идеи насчет нашей истории? У меня уже есть идеи насчет нашей истории. Банши. Спасибо, Алекс. Итан. Банши — это призрак души девушек, которые неупокоены, которые могут вынести мозг, даже когда мертвы. Если вкратце. Но, честно говоря, я и сам-то не скажу. Alwyn the Bard will ride again. Все-таки шляпу мне оставили, да? I've been playing more these past few weeks than the last few years. Man, the latest issue gets dark. I'm sure Ethan will be fine. Ethan, Сара, заблоченный, освобожденный, неудержимый. А можно его послушать? Есть вообще, кстати, какие-то вещи, да? Надо не забывать про эти способности. Traditionally, you give roses to your crush at the spring festival, so... I've never had a girl give me flowers before. Sorry. I would do anything. Two of them back together. Давайте, я, кстати, давно уже не поднимался на чердак. По сути, я теряю какую-то нить и часть сюжета. The USB stick is on my desk. Там пошел я нахуй, все понял. Okay, time to head downstairs. Я все равно подняться не смогу, что ли? I should really head down to the park. Ладно, пошел я нахуй. Извиняюсь, что у меня в горле что-то першит, но скоро у меня чаёк остынет, и как раз у меня будет чем промочить его, скажем. И уже постараюсь вас больше не напрягать эти... Тест. Чек. 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 Holy shit! You own a skirt? Hey, guys. Happy first spring fest. Thanks. I got a hold of Pike.
He'll be here soon. Once he sees what's on that stick, it's over for Typhon. Hence the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Nice. Who's playing? Local band. You'll love them. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. Can't make any promises. Text me when it's ready. If I wanted to give away a rose, Stefan Ryan would definitely be on my list. Anyway. В смысле, Стеф. Typhon Mani, с праздником весны, жители Haven Springs. Спасибо за приглашение отметить праздник вместе с вами. СМС-ка? Элеонор. Алик, мне очень стыдно за то, что было. Я очень благодарен тебе за помощь. Просто ужасно разволновалась. Не извиняйтесь, нам всем пришлось несладко. Ты присоединишься к нам сегодня вечером, дорогая? Да, на такую вечеринку я готова решиться. А, мы постараемся, чтобы все прошло как можно приятнее. Time to enjoy the festival. Взять... Two-faced bitch. Привет, Алекс. Хотел пожелать тебе отличного первого праздника весны. К сожалению, я в этом году не смогу его ответить. Занята на работе. Но я рад, что мы с тобой сегодня сумели пообщаться. Было бы здорово узнать тебя поближе. Спасибо, Диана. Это взаимно. This game is so demoralizing. No. Why do I the do this to myself? The red one is 234. Hi. Oh, hey. Nice to see you. You're taking this jelly bean thing very seriously. Yeah, because the prize is a $100 gift card. Gift card? What you Chrissy's been all anxious ever since she got lost. So, I thought I could get her a bunch of treats. Which is really embarrassing, saying it out loud. Sorry, but I really need to go. No worries. Another year, another prize gift card for yours truly to keep. My bad. Hey there. Guess the exact number of jelly beans and win a prize. Only one guess per person. My bad. Hey there. Guess the exact number of jelly beans and win a prize. Only one guess per person. My bad. Блин, что, даже hey there. Вообще нельзя. Guess the exact number of jelly beans and win a prize. Only one guess per person. The exact number? Is that how this game is supposed to work? You can go right after this determined young man. My bad. Another year, another... My bad. То есть это вообще никогда не прочитает. А я могу использовать? Да. This is impossible, right? Ну да, типа, impossible. Но мы скорее всего... Блин, я думаю, мы хоть попробуем. I don't think this thing is checking IDs. Nobody tell Pike. Wow. This is a beautiful model. It. Excuse me. It happened last year. It's been a hell of a month. I remember it clear as day. Makes it all worthwhile. Jed loves this town so much. It's nice to see Jed's... Excuse me. So then, where's the after party this year? After party? I just hope Riley is doing all right. My bad. So then, there's no where's the after party this sample year? Everything on this table. After party? The world's most unnecessary vodka delivery Young system. Young man like yourself, you must know what the haps is. Mr. Lantern. Honestly, I love what you've pushed. Done with your bar. I'm gonna... the radio station broadcast live from the park. What, no marshmallows? Come on. Это, скорее всего, ни на что не решает. Просто в прошлый раз я там не посидел. So this is that whole communal gathering thing everyone's always going on about. Yep.
А это бесконечно можно сидеть. Да. Hi, Eleanor. Good evening, dear. Hey, so where's Riley? I haven't seen her around. Well, she's got a lot going on right now. I think she'd rather keep to herself tonight. Okay. That was odd. I wonder if there's something she's not telling me. The decorations really turned out beautifully. It must have been a huge amount of work. It's worth it. So, we doing shots tonight or what? Of course. Body shots. Who's going first? Just kidding. Or am I? I better get going. Enjoy your night. You too. Poor Riley, waiting for a bus all alone. But thank God she never found out about my condition. Riley went to the bus stop alone. I wonder why. With Riley leaving tonight, no wonder Eleanor is so sad. А с кем я могу поговорить? My bad. Hey, Steph. Doing this takes a certain type of person, and I am not that person. Can't wait to see this mystery band tonight. Там может мне найти Стеф на остановке пойти сбегать? Так, я просто город не особо узнаю отсюда. Я походу вообще за городом. Где я с Итаном начинал? Погнали, что ли, сходим на остановке, раз она уезжает. I heard the call. And I wanted to thank you. I know you tried to do the right thing. So, what now? I'm taking Typhon down. The whole hornet's nest. I'm not betting against you, but in the meantime, they're the only ones cutting checks in town. And if I want to keep Riley, I can't be broke. Come on, Mac. Even you're too good to work for them. It's always flattering to see how much you care about me. But you know I'm spoken for, right? Ugh. There's the Mac I know. Sounds like Ryan is ready for me. I better head back. Я не готов. Я хочу посмотреть, у кого там был вариант диалога. This is awesome. Favorite time of the year. Oh, hi, Val. They even looped you into participating, huh? Черный зверь из бродячего цирка Подли. Бродячий цирк Подли и предмет его гордости — черный зверь. Гастролировали по Соединенным Штатам в 30-х и начале 40-х годов. Чуть позже П. Одли скоропостижно скончался в Хэвен Спрингс, Колорадо. То злополучное представление так и осталось в истории Хэвен Спрингс, и память о звере жива до сих пор. Предмет гордости бродячего цирка Одли, известный как черный зверь, по всей видимости являлся черной разновидностью ягуара. Однако, судя по свидетельствам очевидцев, заявлявших о его невероятных размерах и чрезвычайно долгой жизни, это все же был необычный ягуар. Черный зверь должен был появиться на выступлении в Хэвен Спрингс 27 июля 44 года. Однако в суматохе, поднявшейся ночью во время того выступления, черный зверь сбежал в горы, убив при этом нескольких артистов.
И в наши дни туристы, охотники и авантюристы до сих пор сообщают о том, что видели огромную тень, кравшуюся по горам склона недалеко от Хэвен Спрингс. Представлено обществом охраны памятников истории Хэвен Спрингс. Понял. Джет, но это я уже видел. Как мне выбраться отсюда в город? Город, ну вон же город. Ага, вот. That's sweet, but I think I'll avoid touching this bench. Just Лорен to be safe. Лорен, праздник весны 2019. Не знаю, не Лорен. Не знаю. The rose can wait for now, but I should give it away before the music starts. Okay. Been a while since I've seen you. Neighbors, come on. Это что, не поздравляет? It's that cake, that dragon-shaped ice cream. We're ice cream geniuses. Like we run this shit. Keep flexing, ice cream lady. Grand opening tomorrow. Gotta pull my shit together for this grand opening. These people won't be so gracious. I'll take a coupon. No coupons, my dear. Just tell me your name and I'll remember it. All right. Alex Chen. Alex Chen. Didn't we speak already tonight? Nope. Stupid. So stupid. Print some coupons, they said. It's a small town. I'll remember, I said. Oh, hubris. You know, you could try posting on my block. Whoever comments gets the deal. Oh. Well, that's a good idea. Best of luck. Ну, не знаю, начинать новое дело со скидок, хотя и как привлекать по программам. Lots of people still hanging out on Main Street tonight. The LARP was a lot of fun. Yeah, it was. Do you... God, I think there's food. I still like her so much. Damn it. I'm head over heels for this dork. What do I do? Стандартные отношения. I have a surprise for you. Good. Excuse me. I have a surprise for you. I didn't expect that him playing my favorite game would be a turn on, but... Wait. Is someone standing out past the Bridge of Flowers? Pretty late for a bus ride. Excuse me. Да, что будет, кто? Hey, Riley. Oh, hi, Alex. What are you doing out here? Just out for a walk. Mm. You? Can't tell that woman anything. My bus comes tonight, and I just couldn't bear saying goodbye to everyone. I get that. I'm really gonna miss this town. I miss my Nana most of all, of course. At least Mac is here to help around the shop. We're gonna try the whole long distance thing, but don't hold your breath though. I won't. I hope Nana's okay. She's in good health, but sometimes I wonder if I should really be leaving her here alone. Eleanor is keeping her condition a secret, but I feel like Riley would want to know. What should I do? Правильный ответ. Если сейчас Райли уедет, то хрен его знает, что потом произойдет. Она может не успеть вовремя. Но я, Riley, короче, считаю, I think что there's нужно something что-то you should рассказать. Раз она уже уезжает с концами. It's kind of a long story, but... I found out that Eleanor has Alzheimer's. I'm sorry. I know it's a lot to take in. God. I had my suspicions, but... I need to go home and talk to Nana about this.
Thank you so much, Alex. Одно дело, когда мы типа скрываем тайну от нее, когда она еще в городе, а другое, когда она уедет. Потом уже может быть поздно. Good luck. Скорее всего, будет скандал и все тому подобное, но... Что еще делать? Ну, это, по идее, самый лучший вариант. Вот что это такое? Даже не подсвечивается. Ну, конечно, так далеко бежать, ужас. Типа, я должен ощутить атмосферу праздника, но тут, блядь, людей-то сколько? 10 человек, блядь. Для города это же рофл. Я понимаю, что в Америке есть такие городки на 100, там 200 человек. Ну, блядь, все же. Как можно ощутить настроение праздника, когда у тебя один человек на улице? The rose can wait for now, but I should give it away before the music starts. Of course. Элеонор ушла? Я не вижу, что это можно здесь. Ну да, все, он по полупой походит. Ну пойдем тогда к краю. Hey, Ryan. I have something for you. Alex. I wasn't mentally prepared for that at all. Wow. Thank you. Я и подумать это You're welcome. Скорее вот так. Надо сказать. Actually, I've got something for you too. Блин, извиняюсь, Think что-то we горло. Could meet up after the show? Of course. Ну, надеюсь, пофиксится. Чем больше я разговариваю, тем больше right, well, this is pretty much set. Are you ready? Yeah. Who's playing? Yours truly. Seriously? That's awesome! Well, wait. Who else? Догадаюсь. Это слишком очевидно. Стеф! Who else is playing? I hate you both. We didn't want you to wuss out. Who said anything about wussing out? Nobody, but only because we didn't give you the opportunity. Было слишком. This is gonna be awesome. Trust Она me. Всегда пытается заставить ее взять гитару. Но как играть, если вы ничего не репетировали? We've never played together before, and anyway, sorry if this sucks. Fuck it. Извиняюсь, что музыку мы не услышим. Опять же, из-за авторских прав у YouTube и Twitch тупой закон и так подобное. Но что поделать? Прикольно, когда вы создаете игру и музыку не услышите. И мы смотрим просто, как они дергаются в экстазе, там, но непонятно от чего.
Конечно, мог бы заморочиться и вставить сюда Golden Land Road, но зачем? Да-да-да, неплохо, неплохо. А, 2015, наверное, вся эта дичь началась. Про эти авторские права и тому подобное. Да даже чуть позже, 2018, наверное, ближе. О, Шарлотта. Кстати, я ее не видел на празднике. Ты хочешь убить Али? I was horrible to you earlier. You really weren't. Really? Then I fucked up because I was trying pretty hard to be horrible to you. I was so excited about you coming to Haven. In my mind, the way I built it up. Видите, она сама справилась со своей злостью. А так мен знает, что бы с Алекс случилось. Забери она у нее ее. I wish. There's still time. Maybe. I guess we'll see. А может и нет. Хрен его знает. Ну, по мне, я правильно забрал, что не забрал. Ага, теперь она будет всегда злиться, и мы будем забирать. И у всех. Не только у Шарлотты. И Алекс потом с ума сойдет. Ну, сори. Hey. You okay? No. But... You know. I'm gonna go home. Привет, давай встретимся на крыше, я хочу кое-что тебе там показать. Ну все, идем. Sounds like Ryan wants to meet me on the roof. Okay. Больше нечего. Это было круто. This is a pretty great feeling. Просто нет слов. Стеф, Алекс, браво, вау-вау. Спасибо, классно мы отожгли. Я теперь ваш фанат. Уважаемый слушатель Haven Springs, настало время живой музыки. Скорее пробирайтесь к сцене, а то все лучшие места разберут. Охренеть, ура! Жители Haven Springs, всех с праздником весны, спасибо вам за то, что приняли меня. В честь своего грандиозного повторного открытия кафе «Бурый Мишка» угостит супом и салатом всех жителей Haven Springs, которые ставят комментарий под этим постом. Пожалуй, буду первым. Здорово, я участвую. Мне. Я бы не отказался от бесплатного супа и салата. Отличная идея, ловлю на слове. Йоу, да, мне. Похоже, что акция пользуется успехом. Джек, решишь заглянуть в фонарь, выпивка за мой счет. Спасибо, Джет. Очень любезно с твоей стороны. И больше о Джеке никто никогда ничего не слышал. Хватит нести чушь. Я самый радушный из хозяев. И больше обо мне никто никогда не слышал. Похоже, у нас осталось всего несколько корзин с розами. Если вы еще не подарили розу тому, кто вам дорог, не упустите свой последний шанс. Обожаю эту традицию. Она всегда пробуждает лучшее в тех, кого любишь. Ей очень понравилось. Еще раз спасибо, Элина. Они такие красивые. Я просто хотел сказать, как же прекрасен на самом деле Haven Springs. Такие ночи я всегда вспоминаю, как мне повезло, что я здесь живу. Никакой другой город ему в подметке не годится. Ты сама просто замечательна. Да. В общем-то, все. Идем в черный фонарь. Теперь осталось вспомнить, где он. Он, по-моему, слева по улице. Да? Да. Хоть название не прогружается, но примерно Black Lantern я смог бы разглядеть. Или Lantern. Точно не помню, как произносится фонарь, но не бы.
Not tonight. Но если ты здесь работаешь. Какие Odds are pretty good. I'm grabbing a cup later tonight. Jed bought this as a treat for the regulars. And himself. Купер МакКонахи. Резерв. Кентукки страйт бурбон виски. Прямиком из Кентукки бурбоновый виски. Корона Джек. It was so fun watching Jed play the villain. What a good sport. Ну, походу, бухлишки с собой или кофе мы не можем взять, поэтому идем просто так. Ну да. А, просто так не подняться, надо нажать. Окей. Сата за рост решил ей подарить. Та-да! It's a tree. Thank you, wilderness expert. I was more wondering why. My mom used to get insomnia when I was a kid. She'd drive over here to the lantern, 3 a.m, to work in the garden. Sometimes she'd take me with her. It's always been a special place for me. I hope it can be for you too. I should have been taking better care of it. Come on. You've had other stuff to worry about. Like totally killing that set. For everything. I had fun. So did the audience. You know they're gonna make you do it again next year, right? You good? Yeah. Fine. Guess I've just been too wrapped up to think about what the future looks like. Okay. So let's think about it. Alex's future in Haven Springs. The major motion picture. The ride. On ice. Close your eyes. It's morning. Chilly. You can see your breath. You're walking down Main Street on the way to work. Where? Конечно же, в чёрный фонарь. The lantern. Okay. Kind of a safe choice, but I get it. So after work. Sun's still up for another couple hours. It's warm now. You're carrying your jacket under your arm. What's the plan? Maybe I'm all outdoorsy now. A real Colorado girl. Up in the mountains with one of those little stabby sticks. Trekking pole? Not as good for stabbing as you'd think. Hey, would you look at that? Who's that coming down the trail? Who? Only the coolest person in Haven Springs. He walks up to you in an extremely cool way. His plaid jacket swaying in the breeze. Dork. Yeah. I'm not trying to get you to plan out your whole life, but if you decide you wanted to put down roots, Haven Springs will always make space for you. Was that a gardening pun?
No. Maybe. I really care about you, Alex. A lot. You're the most amazing person I've ever met. Come on, dummy, kiss her. Kiss her. I really want to kiss you right now. I know. Join the festivities? I'll get you a funnel cake. Maybe you could save me one. Yeah, of course. I'll see you down there. Если кто-то слышал кошку, она просто спит рядом. Ей, видимо, кошмар приснился, она размяукалась. Опа. В общем, сразу скажу, почему я выбрал линию Райана. Да и, в принципе, я всегда выбираю линию традиционных отношений. Это не в том, что я как-то негативно отношусь к нетрадиционным всяким там ЛГБТ-движениям и так далее, скажем так. Меня бесит вся эта истерия, которая, которая уже в последние несколько лет продолжается бесконечно. За равенство, за все это. Типа, чем больше ору, тем больше раздражает. Именно поэтому я просто поддерживаю стандарт. Так-то мне, ну, реально без разницы, но... В целом, конечно, я, если так подумать, буду anyway больше за стандарт, но именно в каждой игре уже у меня всегда есть выбор. Ну, вы понимаете, либо нетрадиционка, либо традиционка, но это... То есть, типа, дают выбор, неважно, по любви или там, или нет, или все. Допустим, когда я в первый раз в Haven Springs приехал, именно с Гейбом, там Райана увидел. Но по мне это было самое очевидное, что Райан уже практически прям автоматом стал ее парнем. Ну, а чё нет? А здесь, типа, Стеф, ну... Реально, Стеф рассматривать как второстепенное отношение, как минимум в этой игре, это глупо. Потому что, ну что с ней? Реально, что с ней? Не знаю, короче. Не видится это даже теоретически возможным, даже если бы я был хотя бы немножко за этот вариант. Ну, в общем, все. Продолжаем. Alex, do you have the USB drive? I do. It's all here. Gabe's call, their secret plan, the cover-up. You need to come with me to the station. Alex?
Don't make this hard. Диана же в полицию тоже пожаловалась на кражу флешки. И он сейчас пойдет за Тайфом. Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Coffee? Ну что, он просто выполняет свою работу. Thanks. Если он сейчас не будет за Тайфона, то... I don't know why I offered, we're actually out. Pike, why am I here? The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. Ну, я предполагал. What the hell are you talking about? Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. What do you mean? Why not? Well, one, I would need a warrant. And two, the case is closed. The order came down today. I did what I could, but, you know, evidence just wasn't there. Ты хуйню несёшь. Sorry, Alex. Подкупили, что ли? I have the evidence. Right here. It doesn't matter. То есть человек умер, и это ни хрена не имеет значения. Look. What happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. Let's say it is. The issue is you stole Typhon's property. I can't work with that. I just handed you a smoking gun. It shouldn't matter how I got it. Maybe not, but it does. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. Чего ты говоришь? 5 to 10. Кража флешки — это, блядь, маленькое преступление, которое 200 рублей стоит. You know what? Fuck Diane. This isn't justice. This is a joke. It's not that bad. Hey, I talked to her. And despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges. Нахуй. Без вариантов, пошел нахуй. Я просто, блядь, в суде, даже если меня посадят, я засужу эту компанию в говно. Блядь, я бы на ком скачал. У меня есть два союзника, которые об этом в курсе и стопудово хоть что-то записали. Хуй вам. She's only offering that deal because she knows I have her. She's guilty, Pike. Even if you're right, your only evidence is inadmissible. Дело открывается, если появляются новые доказательства для дела. Всегда так было. И будет. Fuck that. Согласен. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced. Set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin.
Come on, Pike. It's all right here. Like I said, it doesn't matter. No, Alex, please, just sign the form, and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No is not an option. What are you so scared of? See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Alex, please. I don't want you to get hurt. Then help me, damn it. Служба безопасности Тайфун Манг. Оценка угрозы. Объект Чейни Александра. Почему настроена против Тайфуна? Брат Габриэль Чейн погиб в результате несчастного случая, связанного со взрывом Тайфун Манг. Заключение. Судя по полученной информации, очень решительная и способна на активные действия. Отрицательная аффекция. Аффектация сохраняется и после прогнозируемого периода траура. Также подозреваемый, по-видимому, владеет конфиденциальной информацией. Приоритет угрозы 1. Немедленно принять меры. ГЭП плюс Б. Частное детективное агентство. Объект. Александра Чейн. Тип наблюдения. Оценка угрозы. Время наблюдения. С 1 мая по 25 мая. Наблюдение за объектом началось после его встречи с Маком Лоудом. Объект встретился с мужчиной по имени Райан Луком. Больше ничего примечательного. Объект 3 часа не покидал свою квартиру. Мониторинг использования сети Wi-Fi выявил поисковые запросы, связанные с историей Тайфуна и судебными разбирательствами. Объект встретился и поговорил с клиентом в черном фонаре. Похоже, объект украл у клиента какой-то предмет. Служба безопасности Тайфун Манинг. Оценка угрозы. Объект Лукан Райан. Почему настроен против Тайна? Близкий друг Габриэль Чейн погиб в результате несчастного случая, связанного со взрывом Тайфун Манинг. Заключение. Помогает Александр Чейн в борьбе с Тайфуном. Был причастен к несчастному случаю и крайне из-за этого расстроен. Отлично знает как географию, так и жители Хэвен Спрингс. Объект Глингрич. Стефани. Почему настроен против Тайфуна? Близкий друг Габриэль Чейн. Помогает Александр. Да-да-да. Приоритет угрозы 2. Еще дальше. Is this a threat? What did you expect? Huh? The Typhon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say, "You got us." I thought I could get justice for Gabe. Yeah. Well. Typhon has their own idea of justice. Shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. Learn the hard way that it's not possible. They're too big. Похуй. Любой маленький человек может развалить любую корпорацию, если знает все ее тайные дела. В этом и фишка. You can hate me. If you want, call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Так вы рано или поздно весь город потеряете. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger too. Они понимали, на что шли. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? Я знаю ответ. Мы идем за Тайфоном до конца. Пошли они в жопу, блядь. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck, fuck, fuck! Just keep your head down. You're just a shitheel. Typhon's major league. Typhon doesn't lose. Сейчас это было крайне необходимо. I am too. I know you think that Typhon is too big. Я бы хуй подписал эти бумаги. Invincible. But they're not.
I will bring them down. I just need your help. If not for me, then for Gabe. Please. Fuck. I'll think about it. Thank you. Get the hell out of here. Really? Alex. Be careful. Надеюсь, он не выкинет просто флешку. Алекс, загляни ко мне, когда будет возможно, Джет. Обязательно. За мной целый город, пусть и город на 100 человек. А вот Тайфон, блядь, ебаная многомиллиардная. Давайте, уничтожьте город. How long have they been watching us? And what will they do if... А, да, я так и думал, что если забирать Пикачу, то будет проблема. Но тут мне не оставили выбора. I have no idea what to do next. Разъебать Тайфон? Maybe talking to Jed will help me feel better. First, I need to get out of this dress. Окей, погнали. Can't wait to have nightmares tonight. Что у нас есть тут? А, окей. Might as well go talk to Jed now. That must be Ryan's. I guess the night wasn't all bad. Riley probably can't help me hack Typhon. Ну да, она брутфорсом, блядь, привычным пользовалась. Конечно, блядь, взломает. Ага, три раза, блядь. Подняться наверх? Не могу. Окей. Скорее всего, это уже конец главы, так как я совершил какое-то типа важное решение. А, не знаю, давайте посмотрим. Hey, Jed. There she is. Have a seat. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. You saw Pike arrest me. And let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Fuck it. What have I got to lose? Typhon killed Gabe. I have proof. What proof? I stole it from Diane. Emails and documents proving there was a second explosion the night Gabe died. To cover something up, Jed.
Some secret they buried. I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Not ever. I know what they're hiding. Wait. You're telling me you knew that Typhon's crooked? This whole time? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Tell me. I'll do one better. Я покажу. I'll show you. Да. Мне нужно это. There, up ahead. Вот это всегда начинается так. Middle of nowhere. About 2 clicks that way is the mining site where you search for Ethan. 5 clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Jed, why are you sad? I'm sorry, kid. Как же это называлось? Детективное агентство. Jed, what are you doing? I tried to talk you out of it, scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. But you were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. But Typhon made me a deal. A way to save my town. Give my boy a normal life. I never wanted Gabe to get hurt. Go to hell. А он только щеку ее зацепил, это было видно. Но с такой высоты все равно не выживает. Ну хотя палки снижает падение, но, блять, ребра поломаны, anyway. Так, небольшой перерывчик тогда устраиваем, раз прошли главку. Thank you.
Так, извиняюсь, что немножко дольше. Там надо было подождать, пока кухня была занята, чтобы за чайком сходить. Ну да ладно. Продолжаем. Ну, Пайк отпустил Алекс, когда она избавляет его от страха. Алекс подарил розу Райану. Алекс приятно провела время у костра. Алекс не сидел на диване. Алекс и Шарлотт разделили печаль на праздники весны. Алекс рассказал о болезни Элеонор Ралли, и та решила остаться. Бля, я Даки не нашел. Блин, я так и думал, что можно было, но там что-то... Алекс не стала помогать участнику конкурса Дроже. Алекс помогла сотруднику кафе с публикацией в MyBlog. Алекс не стала помогать паре признаться... Блядь, это я тоже мог. Ну ладно. Следующее. А, у нас опять начало закинули. Do you want to talk about your time in Colorado? Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? I thought I learned what it means to make a place your home. That must have felt like quite the victory. Let's talk about how it feels to know that you might have been wrong. I suppose I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Got to kiss a sweet boy. But Alex, you're right back where you started. Это не так. You're wrong. I don't belong in here. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. What the fuck? Когда умираешь, мысли всякие в голову лезут. I guess that's me. Case number 53322. Давайте почитаем. Александра Алекс Чейн. Возраст 21, полуженский. Симптомы: эмоциональная неустойчивость, периодические вспышки ярости, галлюцинации визуальные, галлюцинации слуховые, бредовые идеи, депрессия, тревожность, диагноз 3 вопросика. Примечание. Алекс одержима навязчивой идеей. Она считает, что умеет читать эмоции других людей, что благодаря этой способности может помогать им справляться с их собственными эмоциональными травмами. Трудно не оценить всю иронию ситуации. Человек, который сам страдает серьезными нарушениями психики, считает, что способен взять на себя роль эмоционального опекуна. Так, вроде бы все. Извиняюсь. Если бы ее не вернули на мое попечение, я думаю, вполне можно было бы предположить, что ее безрассудные попытки вылечить своих друзей и родных рано или поздно плохо бы закончились. Нет сомнений, что бредовый идеал Алекс представляет угрозу для ее дальнейших действий, для жизни других. Поэтому рекомендую сбросить Алекс в глубокую яму на доски и кирпичи и оставить ее там в темноте, пока мир не забудет о ней. По моему профессиональному мнению, это самое гуманное, что может для нее сделать. Но это, короче, ее мозг, то, что выдумывает. Давай.
Мне еще кажется, что Гейб камбэкнется. Почему-то. Все еще кажется. Не знаю почему, но кажется. These don't belong to Dr. Lin. A tuning peg. Кого? А я не знаю, что это такое. Дверь, соответственно, будет закрыта. Как ты себя сегодня чувствуешь? Агрессивной, напуганной, грустной, одинокой, счастливой, виноватой. Hey, my guitar. Knock, knock. Половина текста не переведено, но здесь переведено. Это типа головоломка, как мне выбраться из кабинета психолога. Алекс Чен. Алекс Чен. My guitar case has never heard of me. Гэй Чен? Sure. Пин-код. Пин-код. Это, соответственно, наше дело. Он знает по нашему делу, а дело у нас 53322. И колок. Колок, наверное, какая-то запчасть от гитары, да, я так понимаю. Скорее всего, это ключ от двери. The hell? Can't play if I can't tune. Ну, это просто детсадовца, на самом деле. Но, в принципе, геймплей разнообразен, если учитывать, что в третьей главе мы вообще поупыши. По виску все так это было овер опасно тогда, нет? Я думал, он щеку зацепил, а не висок. Не, ну висок это практически смерть. Ну да, палки помогли. Но ребра, скорее всего, должны быть сломаны. И отсюда очень крайне тяжело выбраться. Хрен знает, выдержит ли эта доска и ее, когда она будет двигаться. Да. Ну хотя вон лестница вроде справа. А, лязь. Но опять же старая рухнуть, овер опасная ситуация. Со сломанными бедрами подниматься на них, потому что будет очень опасно. Теперь
теперь это уже Dead Inside. Она прям между всеми балками пролетела, и я хз, как-то можно выжить. Только если там что-то очень мягкое внизу окажется. Но что может быть мягким внизу? Я даже предположений нету. И найти ее в этой шахте практически нереально. Ну да, опять ее мозг. Алекс! Гейб все-таки умер. Ну ладно. Гейб? You're dead. So? Lots of people are dead, Alex. Most people. Dead inside? Where are we? I want to say a hospital. Dr. Mendez to intensive care. Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick, so is our father. But it's a different kind of sickness. Play your part. Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Alex, go check on your mother. Okay. She was right over there, waiting for me. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable... There's something so weird and scary about watching your dad cry. Hi, Mom. 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 Such a brave girl. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Ow! Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Мне нужно повторить все, что было раньше, но я же даже не знал, как было раньше, чтобы повторить все действия. Алекс, go check on your mother. Ладно, давайте более аккуратно посмотрим. Окей. Wait. Did I miss something? We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. There it is. The painting that taught me that art sucked sometimes. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. Mom used to fidget with her keys whenever she was worried. No matter how much Mom drank, her throat was always dry. We spent so much time in here that Gabe told me it was full of needles. Scared me to death.
It was always too hot in this room. Но я хз, что я должен сделать еще? Я подошел ко всему, что взаимодействовать ни с чем не мог. Мам, what am I missing? What did we talk about? Еще раз давай поговорим. Hi, Mom. Если повторится, то значит я все-таки что-то не делаю. Мам. Мам. Water, Alex. Get her some water. Короче, раза четыре будем возвращаться сюда, пока не сделаем все, как должны. You almost never cried, even when you were very small. Did you know that? That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? Эти кольца, которые на пальцах Алекс было, точнее второе кольцо. Да вроде нет. No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother. Your father. They are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Hold on, hold on. Brave girl. How do you ever get so brave? Так она же еще не умерла, судя по экрану монитора. Просто тут как будто бы показывали смерть, но это же не так. Она жива была. Че, вспоминаем все прошлое на грани смерти? Что случилось уже после смерти Ману? Ну да, вон у нее кулон теперь. Умирающий мозг — это такое. А, да, как я и думал. Хэллоуин. Ну, то, что Хэллоуин не ожидал, конечно же, но я имею в виду, что... То, что было после смерти матери. Уже теперь.
Was that the last time you talked to her? А он у нее проводник? I think so. Do you miss her? Gabe, what's going on? Умираешь, просто это. You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. This is going to suck so bad. Play your part. There was only ever one thing to do when they got like this. Drown them out and wait for it to pass. Alex? Hey! It's okay, it's just me. But you know that's not how it went down, right? Конечно, скорее всего, она подслушала. It was my job to keep the peace. But no, Gabe had barely used this backpack in weeks. Nobody could get Gabe loved Son of Lead back when it was an indie. It was too gory for me. The killer mistress tabs in this book weren't even close to right. Cleaning Dad's ashtray was not my favorite job in the world. Mom's old sewing kit. Don't think I've... I can't believe they were ever this happy. Gabe used to steal Dad's beer all the time. It was like the one thing they didn't fight about. 2 cups water for 1 cup rice. Set timer for 30 minutes. Do your history. We never really touched these after Mom died. She was such a good cook. I didn't even know what CPS was. Just that I was afraid of them. Almost empty. Almost always. Where are you going? Are you gonna tell her? Or is that my job? Keep your voice down. Fine, I'll do it. Alex, Dad lost his job again. So we're broke again. Don't talk to me that way. Despite what you may believe, you do not know everything. You think what? I laid myself off? It's okay. We'll figure it out. I could, I don't know, Dad.
But what are we supposed to do now? We gotta eat. We can sell some records, or what about my guitar? We can sell that. Alex, what is it gonna take to get you to stop defending him? Your mother could see you now. I don't want to hear about Mom. Gabe! I'm so tired of you using her as an excuse to be a piece of shit. Don't fucking touch me, piece of shit. Dad. Damn it. Alex. I'm okay. It's okay. It was an accident. Alex, I didn't... Dad. Dad, it's okay. Really. I'm not hurt. I can't do this. Dad? Someone will come. That woman from CPS. Someone. Dad. I'm sorry. No. No. Мы должны пережить все эмоции, я так понимаю. Была грусть, сейчас был страх, потом будет гнев. Радость она вообще не испытывала. То есть сейчас последняя эмоция, судя по всему. Hey, can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer. I can't do this, okay? I can't. You need to. No. You need to be honest about what you see. I was. I have. And now I'm done. Но хотя чувство радости, может, мы испытаем про Almost. Райана. But not yet. You are 12, I am 16. I steal a car and end up in juvie. Gabe, come on. Then you're 13, 14, 15. Orphanages, group homes, musty rooms in the strange houses of foster parents. By the time you're 17, you've seen them all. Somewhere along the line, you start to feel things. Your own emotions don't belong to you. You have nothing. No one. You are alone. I don't want this. Alex. Play your part. Play my part. I used to write one every day. Stupid. Why? You clearly missed him. And I thought he missed me. Hence, stupid. Well, there are my strings. Where's my guitar?
I took a fork in here one time and hid it under my mattress. Правила проживания в общежитии. Проживающие должны всегда придерживаться установленного для них расписания. Находиться в общежитии вне установленного свободного времени запрещается. Стеклянную посуду и столовое серебро следует оставлять в столовую. Приносить в общежитие запрещается. Приходящие посетители в общежитие не допускаются. Свет 21.00 должен быть выключен. Слушать музыку, смотреть телевизор или сидеть за компьютером после отбоя запрещено. Несоблюдение любого из этих правил приведет к дисциплинарным взысканиям. They used to say this place wasn't a prison. Maybe they were trying to keep you safe. Guess so. Whatever the reason, the end result would... They should have stenciled the same thing on all of us. Кстати говоря, you really я feel то же самое, что Гейб хотел сказать. We didn't belong to anyone else. Fancy. Everyone had one good outfit. I remember the kid who put this here. Sadie? Sally. Something with an S. You were friends at first, right? Way at first. Then I freaked out on her and she was done with me. Just like everyone else. Guess I missed a few days. Счастье — это выбор, который делаешь каждый день. How you holding up, Shu? Can't believe how long you've had that thing. That thing was my only friend after you left. Ну давайте сыграем свою роль. Плохо заварился. Ну ладно. She's been through so much. I just don't know if we're prepared for a troubled girl. It says here she's sensitive. What is that? I wonder why she's never found a home before. Girl, but she's not for us. She's awfully old, isn't she? This is the kid that's been in all those fights, right? I want to help. I really do, but there's just something off. Broken. Wrong. With her. Sorry. Why? You need to see it. See what? That nobody picked me? Nobody picked you. Nobody picked you. Nobody wanted you. Mom died. Dad left. I bailed. You couldn't keep us together. It was my job to keep us... You were 11 years old. You were 11 years old. You were a kid, Alex. Let it go. People leave. Life gets hard. Sometimes it's a big shit sandwich. Make it better. Be angry at Dad. Miss Mom. Hell, be angry at me. Don't give up.
No one gets to tell you what you're worth. And no one can take your life away. Fight. I'm not sure I... You have a gift. It's something you don't even understand. You can change the world. Make it better. Now get up. What? Get up and fight. Ну и как ты со следующего падения пережила? Так ничего мягкого даже не было. Так это нереально. Но даже если она как-то и пережила, она даже в теории еще стоять не может. Она ходить даже не может. Скорее всего, сломан позвоночник, много ребер и тому подобное. И она еще держится на той руке, на которую упала. Это же нереально. Да блин, я в детстве сломал руку от того, что с кровати упал. При том, что кости у меня относительно плюс-минус были непроблемные. Но так уж выходило, что я каждую зиму что-то ломал. Но блин, тут высота огромная. Вероятность, ладно, даже выжить. Но еще и ходить после этого практически нулевая. Ну да, вот она не ходит. Окей, хотя бы это. Последняя спичка, которую она взяла у Гейба. Неужто сейчас она спасет? Она все равно же долго не сможет ее поддерживать. Она еще и встала, да ну нахуй. Ну там метров 10 минимум падать было, наверное. Ну ладно. I've got to find a way out of here. А это уже больше похоже на Walking Dead за Клементайн, когда играешь. Извиняюсь, Клементину. Просто Клементайн так запомнилось. I'm gonna choose not to read anything into this. I could almost laugh. If it wouldn't hurt so much. Безопасность первая, приоритет, можно так назвать. How long has this stuff been down here? Скажу по опыту хоррор-игр, в таких шахтах вставляют, почему-то постоянно оставляют оборудование на миллионы долларов, на миллиарды даже. И выбраться из них не должно составлять огромных проблем, если есть хоть малейшее понимание. Не знаю, даже если глаза привыкнут к темноте, там слишком темно. А спичка у Гейба была последняя. Она по эмоциям теперь будет ходить? По эмоциям от вещей? Okay. That's something. Ну да, предположительно. That aura is the only lead I've got.
Ну куда у нее попал? В висок, да, все-таки? Ну, кстати, all right, boys, getting close. Даже попасть в висок, for life, huh, там уже чуть-чуть dig so deep, висок, we see where the devil sleeps. God damn right. Она либо лютый лакер, либо еще. This is what Typhon tried to bury. A lot of runoff moisture in this soil. Jed, we gotta call it. This dig is fucked. Nothing's fucked. Jed, we got no pumps running. No, my teams have never quit a dig this deep before. We finish the job. Честно, я пропустил первое сообщение, Алекс. Steady goes. Steady. Fuck us. Move! Come on! Clear the tunnel! Who's on radio? Jed! Fuck! Jed! Jed! Oh my god! We gotta move! Now! There's still men back there! They'll drown! Yeah, and so will we if we don't get the fuck out! Make the call, Jed! God damn it! God damn it! Everyone, let's go! Now! Из-за того, что пропустил, видимо, первую фразу проебался. Must be where Typhon blew the charges. Трупы людей, которых они бросили здесь. Что, не адские, не только адские рудокопы в тот момент, в тот день работают? Ее отец здесь умер. Dad. Опа, нихуя. Так он их не бросит. Gotta stop, man. Jed! Fuck you, Jed! Come back! It's over, Jed. He's not coming back. I'm sorry. I'm so sorry. Шахта, откуда все началось. Но странно, конечно, они все завалили, раз тут можно было так спокойно зайти и выйти. Ну да ладно. Опустим странности, скажем так. Она уронила таблицу. Джед же тоже себя за это хейтил все время. Он никогда не любил вспоминать этот случай. Что он тут кого-то спас. Он не всех спас. И он продался только Тайфону. Ну, короче. Я его не буду ни защищать, ни оправдывать, так что. And during my time here, I've come to realize what makes Haven so special. It's a flower shop. Run by multiple generations. A bar owner who greets every customer by name. It's a spring festival tradition going back 100 years. History, loyalty, pride. These values, which define Haven, are the same values that Typhon was built on.
And that is why our partnership has been so successful. It's been my privilege to renew Typhon's commitment to Haven. We believe in this community, and we're tremendously excited for its future. Thank you, Diane. I think I speak for all of us when I say we're eager to make this official. So, time to vote, folks. And then lunch. Все, без моралек. Alex, oh my God, I'm fine. You are not fine. We have to get you to a doctor. What happened to you? Don't worry about me. I'll be okay. Я не буду его ни защищать, ни оправдывать, но я хочу узнать причину и поговорить с ним еще раз. Do you need help? We can call an ambulance. Typhon's been lying to all of you. And so has Jed Lucan. А, она все равно рассказывает. Alex, what's going on? You know exactly what's going on. I was down in the mine last night. I saw what Typhon's been hiding for 12 years. Jed Lucan isn't a hero. That whole story is a lie. Jed caused the accident. And then he abandoned seven of his men. He let them drown to save himself. There were pictures of me and Gabe down there in the dirt. Because one of those miners was my father. Typhon wanted to keep this covered up in case it jeopardized the vote. All they care about is making more money. They'll do whatever it takes to push this expansion through. So they decided to bury the evidence. And nothing was going to stop that blast. Not even the fact that there were four people up in the mountains. That's how Gabe was killed. Jed knew all along. He covered up the truth about the past, about Gabe. And when I found out, as you can see, he tried to kill me too. Why aren't any of you saying anything? We don't want to embarrass you, Alex. Try me. These accusations are, well, they're insane. And trying to go into the mine was obviously a very dangerous, very illegal thing to do. But we all sympathize with your situation. You've been through so much. Your brother was your only family, wasn't he? I can only imagine how much you want an explanation for his loss. Something to give you comfort and make your life seem less unfair. Why don't you just tell the truth? You've been planning your exit from Typhon anyway. What? You never signed up for threats or attempted murder. You hate this. Now's your chance to stop. Dad? Do you have any idea what Alex is talking about? No. I don't. I've tried to be there for Alex since Gabe died. I thought, I don't know. I hoped I could be something of a father figure to her. All I can guess is
sometimes when we're hurting, the people we lash out at are the ones who were trying to help. This is an act. You're lying. Please. I know this is hard to accept. You all trust him. I did too. But I'm telling the truth. I believe you. Of course I do. Да, я так и думал, от отношений, которые я построил. I believe you too. I'm horrified and shocked and still processing everything, but I believe you. I would like to speak. Даки, с Даки я проебался. I've known Jed a very, very long time. And, Miss Chen? Alex? Да. С Даки я проебался. I'm realizing I don't quite know you as well as I thought. Some allowances must, of course, be made, given your injuries and resultant confusion. But nonetheless, it saddens me to hear you make these terrible and incredible accusations against my friend. Ducky, that's enough. Don't let him make you feel bad, sweetheart. No one here thinks you're a bad person. You know our mind can play tricks on us. None of it is your fault. So hard to admit you need help. But struggling alone. No. You shouldn't have to go through that. We're all worried about you. 2-2 пока что, да? Но Райан заменяет, а Базара 0-3-2. Меня интересует еще один человек. Шарлотта, странно, я у нее злость не забрал. Пайк, Пайк заменил. Don't worry, Alex. I got this. Oh, for fuck's sake. Да. A USB stick full of recordings. Yes, we went through this yesterday. Your superiors closed the case. None of us have time for conspiracies. Yeah. You're trying to weasel your way out of things again, huh? I know your game. I know. Don't test me, Jason. You know what? I'm not scared of you anymore. And not of you. Not Typhon. All right, that's enough. Deputy Pike, do you have some kind of personal issue with me? Like hell I do. Jason. Well, given that your judgment in this matter is emotionally compromised, you should probably remove yourself from it. А Даки я не помогал. И тут все зависит от Райана, на самом деле. Но я за Райана был. Он должен мне поверить. You believe me, right? This is a load of bullshit. Ryan? Why are you doing this? I'm not your hot dog anymore. My dad is not a murderer. Were you afraid we couldn't get Typhon? Is that why you need someone else to blame? What I thought we were in this together. For Gabe. 3-3, да? And me. I thought you cared about me. Ryan. No. I'm not gonna let you do that to me anymore. Ryan, what the hell? I know he's your dad, but look at her. Why would she lie about this? It's going too far. Alex almost died. It's not true. Fuck you, Ryan! After everything? Seriously, fuck you! Stop.
I know why you tried to kill me. It's not what you tell yourself. That you thought it was best for Haven. This was never about Haven at all, was it? This was about you. I know it's easier not having to think about the men you buried. You want to look away and pretend the people you hurt aren't people. But I won't let you. My father worked for you. His name was John. Он был жертвой. Бойцом назвать. The world never gave a shit about him. He was always struggling just to get by. He still hoped one day things would be better. But you killed him. And then Gabe. My big brother. He was building a family here. Doing it his own way. Figuring it out as he went along. He was so nervous about it, and so excited. And he brought me here to be part of that family. But he died. Because of you. And then there's me. For so many years, I just wanted to survive. To get through. Haven changed me. I started to think about the future. I want to belong somewhere. I want to know that there's a place and a group of people who wouldn't be the same without me. I was starting to feel that here. And you tried to murder me. You would have ended my life just so you wouldn't have to face the truth. You've forgotten it, haven't you? You've plastered over it with another story. You tell yourself you're a good man. You take care of so many people. You gave me a roof and a job. You checked on me when I was grieving. Such a good, generous man. That's the lie. If you scrape it away, what do we see? 11 years ago, you led a group of men to their deaths. And then you gave your soul to Typhon. You let them tell you how awful it would be for your wife and son to find out. You let them tell you that Haven was more important than the men who died. When it really mattered who you were and what you stood for, you let Typhon decide for you. I can feel you trying to pull away. Don't. The truth hurts. Sometimes it's so awful you think you're gonna break. But when you come out the other side, and you're whole and free and still alive, then you'll finally know how strong you really are. I see the truth about you.
You hate yourself. You hate what you did in the past. You hate what you've done to keep it secret. And the more you deny that hatred, the worse it grows. I know who you are. I've seen the worst parts of you. And I forgive you. Вот так, Рилли прерывать? А где же монолог его по поводу того, бля, да, я извиняюсь и так далее. Ну ладно. Ну так понимаю, они помирились. Local bar owner and council president Jed Lucan admitted in a tearful confession to covering up the deaths of 7 Typhon employees as their manager 12 years ago. A recent cover-up, which involved a clandestine and unpermitted explosion to thwart inspections, caused the death of Haven local Gabe Chen last month. Mr. Lucan is currently in police custody, awaiting arraignment. We will have plenty more about this developing story, including the resignation of Typhon CEO, the market impact, and what it all means for your drive time commute coming right. Yeah, the silence is worse. I need to get some air. Урай не разочаровался. Привет, Джек Хэви Спрингс. Музыкальному магазину требуется сотрудник. Предпочтение будет отдаваться тем, у кого есть опыт розничной торговли или радиовещания. Заполняйте заявки на нашем сайте. Собеседование будет проводиться на следующей неделе. Круто! Так я прямо сейчас отправлю заявку, если вы принимаете 16-летних, лол. А у вас случилось что? Что кто-то внезапно уволился? Пока никто. Просто кое-кто из нас рассматривает другие варианты. Если ты уедешь, не попрощавшись, я буду плакать. С чего ты взял, что я уезжаю? Привет, друзья, я снова принимаю заказы. Думаю, сейчас всем нужно чем-то себя занять, и лично мне всегда в этом помогало творчество. Так что, пожалуйста, если вам нужен портрет, не стесняйтесь. Цены у меня разумные, на первый заказ действует скидка. Отличная новость, звонить в магазин? Да, если не трудно. Давайте оттуда пойдем, с самого низа. Вот это был праздник, Эвин Спрингс. Мы ели, пели и веселились. Мы попробовали чили, отрывались под музыку и наслаждались чудесной весенней ночью в нашем прекрасном городе. Спасибо вам за еще один замечательный год. Отличный праздник. Также мы хотим поблагодарить наших деловых партнеров и всех, благодаря кому этот праздник стал возможен. Не за что. Улыбки и смех того стоил. Лучший день в году. I'll treasure it too, Ryan. Праздник весны, к сожалению, подошел к концу, но веселье в лавине мороженого продолжается. Расскажите в комментариях, что вам больше всего понравилось в празднике, и получите шарик мороженого бесплатно. Мне понравилось, как Джош обжег себе язык чили, а мне нет. Скорее приложите к обожженному языку бесплатный шарик мороженого. Музыка однозначно. Нам она тоже очень понравилась. Бесплатное мороженое ваше. Я провел время с особенной девушкой, и то, что произошло между нами, я запомню на всю жизнь. Черт возьми, чувак, за такое признание 2 шариков мороженого не жалко. Какой замечательный праздник весны. Спасибо всем, благодаря кому он удался на славу. А теперь колитесь, кто получил розу. Я знаю кое-кого, кто мог ее получить. И я, пожалуй, тоже. Эх, держись, дружище, Райан. Ну ты чего, что? Джентльменам не полагается и т.д. и т.п. I bet Steph wishes she could reward that.
Как многие из вас знают, я внештатный сотрудник газеты Rocky Mountain. Я пишу статью о сегодняшнем невероятном концерте «Праздники весны». Не могу найти название группы, которая там выступала. Кто-нибудь его знает? Привет, чувак. Мы не группа. И названия как такового у нас нет пока что. Ничего страшного, можно узнать ваши имена для статьи. Я Стеф Гингрич, мозговой центр всей этой авантюры. А ее мышца Алекс. Аха, она умрет, когда это увидит. I'm so sorry. Кто-нибудь знает, что с Алекс? Мы договорились встретиться вчера вечером, но она так и не пришла, я начинаю беспокоиться. О, нет, ты говорил с Джейсоном. Звонил ему на мобильный, не отвечает. Пожалуй, скоро позвоню 911. Черт, ты серьезно? Ну да, вот, блин, сейчас отправлю тебе смс, проверь телефон. Мне тоже тревожно, я ее не видел. Держите меня в курсе, ладно? Ага, ты-то, блядь, не видел, пидорас. Сегодня в полдень Черный Фонарь будет закрыт в связи с голосованием городского совета. До встречи в счастливые часы. За рабочие места, за процветание, за расширение. Вы понимаете, что расширение добычи за пределы Heaven Springs — это лишь временное решение проблемы. И это еще не считая воздействия на окружающую среду. А доказательства у вас есть? Какие доказательства вам нужны? Список литературы? Я не имею привычку хранить ссылки под рукой для тех, кто не желает смотреть правде в глаза. Я так и думал. Эльнор, доброго дня, соседи. Спасибо вам за потрясающий праздник весны. Пришло время вспомнить об еще ежегодной традиции — убирать за собой. Мне нужно несколько добровольцев, которые помогут мне привести в порядок после вчерашнего праздника. Парк порядок. А работать начнем сразу после сегодняшнего собрания совета. Бросайте свои имена в шляпу. Почему бы и нет, я с вами. У нас жуткое подмелье. Но к обеду мы с Джесси, надеюсь, очухаемся. Пока под вопросом. Хорошо, хорошее самочувствие прежде всего. Если надумаете, мы будем рады видеть вас обоих. Мне надо открывать бар. Извини, дорогая. Ладно, ладно. Относительно следствия ведущегося в Heaven Springs, мы очень благодарим всем за неравнодушные подробности, пока выясняется. И мы тесно сотрудничаем с полицией штата. В настоящее время нам известно ровно столько же, сколько и вам. Дополнение. Полиция штата попросила заместителя шерифа Джейсона Пайка о помощи в этом деле. И потому ведение этой учетной записи было передано другому заместителю шерифа. Мы признаем, что заместитель Пайк в последнее время играет особую роль в Heaven Springs. Однако призываем вас направлять все запросы по официальным каналам. И я вообще не понимаю, как все это могло произойти прямо у вас под носом. Что у вас там творится? Это заявление неприемлемо. Наших парней в синем можно только уважать. И одного в бежевом, который пляшет под дудку Тайфона. Не может быть, чтобы копы ничего не знали. Они просто не все нам говорят. Надо искать тех, кому это выгодно. У тебя шапочка из фольги свалилась, кретинка. Связь с недавним событием Черный Фонарь останется закрыт для обычных посетителей для дальнейших указаний. Мы, сотрудники Тайм-Мани, хотели бы поблагодарить жителей Heaven Springs за неизменную поддержку. Мы опубликовали заявление, которое можно прочитать на нашем сайте. Спасибо, не надо. Ну чё, смс-очки? Джессика. Алекс, здравствуй, это Джессика Мартинес из газеты Rocky Mountain. Прошу прощения, что обращаюсь к вам без предупреждения, я знаю, что вы через многое прошли. Мы работаем над статьей о конфликте с Тайфоном, и мне бы хотелось поговорить с вами о том, что вы пережили. Под запись или нет, решать вам. Сейчас мне не хотелось бы об этом говорить. Ваш комфорт для меня важнее всего. Пожалуйста, если передумаете, свяжитесь со мной по этому номеру. Спасибо, что уделили мне время. Берегите себя. Спасибо. Стеф. Ой, там будет большой диалог. Если тебе понадобится помощь, можешь сразу же звонить мне. Алекс, ты просто потрясающий. Я с тобой, что бы ни случилось. Я знаю. Спасибо тебе за поддержку. Это очень много для меня значит. Райан. Алекс, прости меня. Мой отец был героем. Его много лет так называли. Сколько же лжи ему потребовал, чтобы поддерживать это мнение? Отвратительно, ужасные лжи. Тайфон лгал. Отец лгал. А хуже всего, что я лгал самому себе. Правда, все это время у меня было просто перед глазами. Но я предпочитал верить ему, а не тебе. Прости меня. Если ты захочешь встретиться со мной снова, я буду счастлив извиниться перед тобой лично. Окей, сходим. Даки. Давай, уйдем. Дорогая Алекс, мне ужасно жаль. Я даже не знаю, что сказать Даки. А что ты должен сказать, уёбок? Мак. Привет, Чен. Не думал, что тебе и прямо удастся потопить Тайфон. Ты храбрее, чем я думал. Теперь ты должна мне новую работу. Я рад, что с тобой все в порядке, правда? Ха, спасибо, Мак. Шарлотта. Алекс, я даже не знаю, что сказать. Как подумаю, что ты пережила, сердце разрывается. Такого и врагу не пожелаешь. Помни, мы с Итаном всегда рядом. Спасибо, Лота. Я знаю, тебе нелегко было это сделать, и я этого не забуду. Итан.
Папа знает в этом толк. Как здорово, Итан. Выглядит потрясающе. Спасибо. ОМГ, я уже знаю, что произошло вчера. Произошло. Почему ты не сказал, что ты супергерой, когда я писал тебе вчера? Я так рад, что с тобой все хорошо. Ха, спасибо, дружище. Я тоже рада. Артур. Алекс, это Артур Джонс из New York Telegram. Мы хотим включить вашу историю в нашу постоянную рубрику, посвященную Тайфону. В какое время вам можно позвонить? Простите, но я сейчас не общаюсь со СМИ. Слишком много запросов. Когда вы узнали, что ваш отец жил в Хевен Спрингс, работал с Джедом Луком, каково было узнать, что Джек Лукан виновник катастрофы, в котором погиб ваш отец? Как вы думаете, почему Джек Лукан сознался в своих преступлениях? Абонент заблокирован, вы больше не будете получать сообщения с этого номера. Алекс, пожалуйста, возьми трубку. Просто дай нам знать, что с тобой все в порядке, сразу как только сможешь. Я уверен, что ты просто посеял телефон. Но Райан тут с ума сходит. Ну ладно, мы тут оба с ума сходим. Мы просто хотим убедиться, что тебе ничего не угрожает. Позвони нам, Алекс. Райан, радость мы прочитали. Пайк, страх. Вот скажем, есть угроза, которая не дает тебе спать по ночам. Она пугает тебя, а ты постоянно на взводе. А есть та, которую ты ведь не знаешь. И ты знать не знаешь, а потом спишь как младенец. Оп. Мне казалось, я понимаю... Вопрос, какая из них с большей вероятностью тебя убьет? Мне казалось, я понимаю, что представляет собой Тайфон, но на самом деле я и понятия об этом не имела. А вот Пайк знал, и его это пугало. Такой ужас обычно испытывают очевидцы, парализованные зрители, пристегнутые ремнями и вынужденные смотреть одну и ту же постановку, исполняемую снова и снова. Что ты видел, Пайк? Еще до Гейба, еще до меня. Какие секреты тебе приходится хранить? И давно ли ты их хранишь? Я вспомнил о Шарлотте, о том, как я могла избавить ее от злости. И о том, как я этого не сделаю. Я до сих пор не знаю, правильно ли поступила, но мне нужен был такой союзник, как Пайк. И я сделал это. Джет. Алекс. Джет. Алекс. Джет. Я хорошо научилась описывать 10 эмоций других, даже новые, даже сложные. Я могла бы раскрыть эту тайну, найти нужные слова, но не знаю, можно ли это сделать здесь. Что-то во мне перекликается с душой Джеда. Это общие черты цепляются друг за друга, притягиваются друг к другу, и разглядело это в нем. Это было так же, как войти в дом, где ты жил раньше, и видеть, что с ним сотворил новый жилец. Ненависть к себе, полыхающая ярким пламенем. Что на него даже не взглянуть. Уверенность, что портишь все, к чему прикасаешься. Навязчивое ощущение роли заданной программы. Реплик, которые заучиваешь и используешь, чтобы не поддаться соблазну. И не посмотреть правде в глаза. Может, поэтому я его и простила. Жар и сила его отвращения к себе заставила меня заглянуть в свою душу. Точно два магнита, прижатые друг к другу одним полюсом. Полюсом? Или полюсом? Полюсом. Пуля падения, больница, дом, приют. Это нормально, что я чувствую себя благодарной за все это. Благодарна Джет за то, что он дал их мне. За то, что, хоть и не намеренно, заставил меня трезво взглянуть на свою ненависть себе и пройти через эту мясорубку. Ну, не знаю. This air was powered by adrenaline that whole morning. Now I'm mostly powered by extra strength Advil. Even though it was hard, I'm glad I let Charlotte overcome her own anger. I think it gave her the strength. I am now a double victim. First, to Jed Lucan's horrible deception, and now to Typhon's attempts to scapegoat me for their crimes. But I will fight, tooth and nail, to ensure that the real story is told and my name is cleared. Thank you. I'll never understand exactly what happened to me down there, but I'll always be grateful. Эта последняя спичка ее относительно спасла. I'm glad he held on to it. For whatever it's worth. Алекс, после того несчастного случая мне велели уничтожить эту куртку, но я так и не смог этого сделать. Наверное, где-то в глубине души я знал, что однажды должен буду кому-то ее передать. Когда Гейб в поисках своего отца впервые заступил в мой бар, я поклялся, что однажды верну эту куртку ему. Затем я поклялся, что верну ее уже вам обоим. Думаю, ты уже знаешь, чего стоит мое слово. Я не заслужил твоего прощения. Но она невероятно меня растрогала. Надеюсь, этот подарок хоть немного тебя утешит. No. Couldn't bring himself to get rid of it. Nothing like being called delusional by someone you trusted. That one must be rare that a local paper gets to break out the really big headline. Газета Rocky Mountain. Скандал. Typhon Mines скрыл целых 8 смертей. Heaven Springs потрясен выплывшей на свет правдой. Недавно живописный горный городок Heaven Springs был потрясен серией признаний, которая связана со связи со смертью.
которая связана со смертью мистера Чен. Мисс Джейкобс, региональный менеджер, отвечавший за расширение, пока что... Просто невозможно себе представить, через что прошла эта девушка, говорит мисс Лити. Мисс Чен отклонила неоднократно поступавшие работы по расширению приостановлены. Пока не представляете, как это отразится на местном бизнесе и недвижимости. Понятно. See? This is why I try to only Праздник read the весны раскрывает таланты. Примечание редактора. Обзор был представлен за день до события в городском совете. Все материалы по данным событиям смотрите в разделах А1, А2, А3, Б1, С1, Д2, Д3 и А1Е2. Талантливый новичок и опытный музыкант, игравший уже в трех группах, вместе сотворили магию музыки на празднике весны, состоявшуюся в субботу. Алекс Чейн, чей брат, долгое время работавший в таверне «Черном фонаре», в прошлом месяце погиб в результате трагической аварии в шахте. Зажигал толпу своим страстным вокалом, потрясающим звучанием гитары. «Я уже давно не видел, чтобы люди на празднике весны так самозабвенно танцевали», — отметил Джесси Макферсон, местный писатель. «Это было незабываемо». За ударной установкой сидела Стеф Гингрич, диджей радиостанции КРЦТ и звезда праздника весны. Участницы дуэта уверяли, что играют вместе впервые, даже не репетировав. В чем автор данного обзора слегка сомневается. Однако связь между ними была почти физически ощутима. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу, что этот концерт положил начало новой традиции праздника весны, которой, хочется верить, будет существовать еще много лет. Склоненный, но не сломленный, Heaven Springs будет жить. В воскресенье образ Heaven Springs, как райского уголка оазиса, комфорта и вежливости, расположенного блаженно далеко от суеты внешнего мира, разлетелся на кусочки. Более того, как оказалось, такой Heaven Springs и вовсе существовал только на открытых в туристических брошюрах. Нам уже случалось справляться с трудностями, сражаться с демонами. Однако мы знаем, что этот скандал с Typhon Mining оставит в душе нашего городка особенный шрам. И дело не столько в том, что именно произошло, хоть это и было ужасно, сколько в том, кто в этом был замешан. В центре событий оказался молодой бармен, которого все любили, подающий надежды, новенький сотрудник уважаемой горнодобывающей компании и всеми почтимый патриарх города. Сэр Джет Лукан находится в тюрьме Сан-Мигеля. Как говорят, он во всем сотрудничает с полицией и раскаивается в том, что совершил. Но жители еще только начинает осознавать, какой вред он причинил городу, и всем тем, кто знал его и доверял ему все эти годы. И все же, несмотря на пережитый ужас, мы заявляем, Heaven Springs будет жить. Преодолев все это, мы станем еще сильнее. Еще, если не сильнее, то хотя бы немного мудрее. Мы выживем, хоть это и нелегко. У нас просто нет другого выхода, ведь это наш дом. Но... Лопата. I haven't spoken to Ryan since the vote. What am I even supposed to say to him? Ну, гитару мы anyway не услышим, так что сразу скипнем этот момент. Ну, услышим только вот такие наигрывания. Maybe Dad deserved everything he got, but I'm still glad we were there with him in his last moments. Ну, нам наверх надо, по сути. Maybe I do deserve some dollar sign justice, but I'd much Манковец, rather Манковец, be able to move on with my life. Давид Манковец, XSQV, ну, не знаю, как перевести. Лучший адвокат из ЦАВ Колорадо. Алекс, позвоните мне, вы заслуживаете справедливости. Да-да-да, все в деньгах, братан, все только в деньгах. Конечно же, блядь, пошел в очко нахуй. Ну, давайте поднимемся наверх на крышу. I'm so sorry. I know. What you said, the truth about my dad, I couldn't accept it. Maybe I wasn't strong enough. After everything he did, you still forgave him. I didn't know it was possible to be that strong. And it gives me hope that maybe one day I can be that strong too. Thank you, Ryan. That means a lot.
What about us? Do you think you could ever forgive me what I did? Объясняю, почему я сейчас принимаю это решение. Во-первых, тот Джет Лукан, который был до, ну, на публике, очевидно, но было сложно представить, что он Гондон. То есть, а он с ним еще и всю жизнь прожил, то есть, ну, ясен хуй, было тяжело поверить того, кого он знал, тому, кого он знал всего месяц. Пусть это его, типа, уже девушка была. Так что, окей. I already do. You face something horrible. And for a moment, you turned away. I should have known. Maybe deep down I did, but I just couldn't accept it. But it's out now. And as horrible as it is, we don't have to face it alone. We have each other. So, what's next for Alex Chen? I guess I'm asking because I'm in. I mean, whether it's here or anywhere else, if you want me, I'm there. Нет, я не собираюсь уезжать из города. That's really sweet, Ryan. Thank you. Don't mention it. I'm not used to getting to decide what I want. I guess I'd better think about it. I guess so. You know where to find me. Все-таки Гейб Dead Inside, да? Я так понимаю. Жаль. Я все-таки ожидал какой-то трагичный, нереальный поворот, что он все-таки ожил. Но, видимо, нет. All right. Just tell me. What? My future. What to do? The night of the Spring Fest, Ryan made a strong case for why I should stay in Haven. The idea of making this place my home. It seemed nice. Of course, that was before all the shit went down. Come on, you're the know-it-all. So tell me. Actually, I do know what you should do. You should stay in Haven. Of course. You're right. I've never had a home before. Friends, a job, a place to live. Why would I give that up now? Then again, maybe leaving would be better. What? You're young, you suddenly have a little money, friends. And don't you think it's time to give this music thing a real shot? No, you should definitely leave. Oh, fuck off. Stop it, Gabe. I don't need the mysterious spirit bullshit right now. I just need... I just need my big brother. I'm sorry. I know.
hear something. It's 3 hours from now. A bus pulls away. You're not on it. Ryan approves. Life goes on. You go back to work. You settle into a routine. And one day, with almost no warning, Steph up and bolts town. It hurts. But she does offer you a going away present. Her job. You take it. All those years of being a music snob finally pay off. And little by little, time does its thing. The apartment starts to feel less like a museum and more like a home. Thoughts of Jed, of Typhon, even of me, begin to fade into the background. Rooftop is your stage. You perform every week to a small but adoring group of fans. Maybe while you play, you wonder what could have been. Performing for more people in more cities, sharing your music with the world. Or maybe you never think about that much at all. You don't know exactly when it happens, but one day you look around and find that you have transformed this place just as much as it has transformed you. And the most extraordinary thing of all is just how normal it feels. You don't question it. You don't doubt it or wonder what might have been. It's your life. The life you fought so hard to have. And for the first time in a long time, you just live. Thank you. Don't mention it. You really think I'll transform Haven? Of course. You already have. With your gift, your music. Just by being you. But Alex, that doesn't mean you have to stay. You have the potential to do that anywhere you go.
Do what exactly? Become an actual musician? Live in a van? Travel between dingy bars, hawking your SoundCloud, pouring your soul to strangers? Sounds pretty great if you ask me. The truth is, there's no telling what that version of your future might be. The only promise is the adventure. So, what do you think? Я уже решил для себя. I know what I want. Как будет, так будет. Но здесь уже дом для человека, который 21 год его не имел. Ну вот, собственно, и все. Алекс осталась в Heaven Springs. Алекс простила Джеда. Алекс сказала, что поняла, что такое дом. Некоторые из членов совета поддержали Алекс. В будущем Алекс хотела бы иметь свой дом. Алекс задержалась в квартире, чтобы поразмыслить. Алекс простила Райана. Шарлотта поддержала Алекс на голосовании. Элеонор предложила Алекс обратиться за помощью. Пай поддержал Алекс. Даки остался на стороне Джеда. На голосовании Райан поверил Джеда. Как сделать, чтобы Райан поверил мне секрет? Райан и Алекс начинают встречаться в Heaven Springs. Стеф и Алекс не вместе. В общем, на этом мое прохождение закончено. Не знаю, возможно ли как-то получить другие концовки. Но я прошел на такую. Думаю, перепроходить я не буду. Игра все-таки на Розолью, я думаю, по Walking Dead мне понравилось куда больше, но относительно интересно. Разнообразный геймплей, плюс-минус неплохой сюжет, но суперспособность Алекс не сильно понятна по сравнению с первой частью Life is Strange. Но anyway. Было интересно и прикольно играбельно. По поводу прелюдии... интерлюдии, как угодно можно назвать. Про Стефани на один год, скорее всего, проходить мы ее не будем. Мне, честно, как персонаж, она не понравилась. Какого-то особой симпатии к ней я не испытываю. Узнать только разве что про Гейба, но... я не думаю, что это стоит лишние там 2-4 часа моего стрима. Когда я и так в последнее время не очень-то вывожу длинные стримы, лучше я подберу какую-нибудь другую игру, которая... и мы вернемся снова к жанру хоррор. Пока не знаю какую, выбор у меня огромный. Когда определюсь, сразу же начнем. Ну, а на этом Life is Strange True Color закончен. Всем спасибо и удачи.